и зеленую силку купить. Добрый вечер всем. Добрый вечер. Как у всех дела и как все вообще? Нормально. Трудимся, пашем. Все в трудах, а какие пчелы. Ты че все самолеты никак не собьешь, блин? Да вот гаубицу никак. Как не могу с собой схватить. Жесть. Да, в принципе, можно было, конечно, мод сделать нафиг и показывать, как ты самолет все время-то сбиваешь. Будет прикольно. О! Самолет за Иваном полетел. Его начнет атаковать. Ну так. Так. Какие. Вы задачу дадите, пожалуйста. Задачи? Ну, прыгай вот на третьем поле. Ты уж меня разгружать. А это возить на базу. В какую сторону возить на базу? Ну, вот там, где ты появился. Где раньше все зерно мы сваливали. А, ну все как обычно, я понял. Да. Я полполя я увез на пекарню. Остальные Магала, полполя на базу. 77. Первый нах. Привет. Сейчас засеем его снова этим. Привет, Лешка. Подсолнечником. И также сделаем еще разок. А я, кстати, дурак, знаешь что? Одно поле засеял этим, как его, травой. О. А она убирается только этим. Плугом. То есть, грубо говоря, заново поле создавать придется. Это ты имеешь в виду как? Ну, если ты поле засаживаешь травой, ну, то культиватором она уже не возьмется. Только снова плугом, грубо говоря, чуть ли не создавать поле заново. Простой, по-моему, если не ошибаюсь. Простое плугование тебе не поможет. Только через создание полей. По крайней мере, в 15-м было так. В 17-м я не знаю, не проверял. Я Блэку помогу с культиватором, не против. Ну, там вот это у Блэка спроси. Так, вообще, где этот трактор стоит? А в обратную сторону беги. Ага, понял, бегу. Он там ближе к тому краю. Окей. Короче, одно поле я, грубо говоря, испортил. А что испортил? Там просто его плугом проехаться, да и все. Понял. Грубо говоря, то же самое, что будешь делать, что и когда ты плугов в спарк производить. Александр, там трактор есть. Вот, поставь его на где я прокультивировал, а то я буду там ходить, чтобы в него не врезаться. Так я его. Так я его забираю как раз. А ты если врежусь, как уже в Блэк врезался, штрафы пойдут. Так, сейчас вот что я еще сделаю. Как раз вы все на технике сидите. Уже сделал, да? Так, сейчас я... Александр, привет! Здорово. Сейчас я вам денюшек дам. Давай, мне побольше давай. Вы как раз находитесь на этих... Как их зовут? На транспорте. Каждый отремонтируйте, на чем сидит. Вместе с прицепом. Так. Ты чё? А чё ты не хочешь давать мне? Я не понял. Это что такое? А, ты зараза. Раздельные счета же надо поставить. Отдельные счета. Назад. Так вот, чуть-чуть вперед, а то сейчас ЗТП с тобой будет. 100.
100. Я уже отремонтировал. 100. 100. Так, сохранить. Нифига себе, трактор 30 360 ремонт, ёпта. Все, я, может, забирать эти деньги, я уже отремонтировался. Да, пускай будет, какая разница. Потом, а как когда выходить будет, они все... Да, все равно драков вперед. А кто же это? Z, да? Z, да. Так, а у меня ничего не сняли. Как было у меня 100 тысяч, так и осталось. Ну, ладно. Не, там было написано какая-то сумма, ну сняли с тебя, наверное, с меня ничего не сняли. Паша, я как раз оформил по тормозам, я время-то тебе не в комбайне шмарахнулся. Сань, я полон. Я вижу, вижу, я только хотел подъехать, ты куда-то улетел сразу. А я просто смотрю, он рванул вперед. Я даже на бункер-то и не смотрю. Акоша, я тебя в миллиметре чуть не шандарахнулся за комбайна. Сейчас, подожди, я наоборот проеду. По-другому ага. Немножко, а то я там, получается, что-то как-то я не пристроился нормально. А так ты, Блэк, выйди из транспорта, подойди к технике, к прицепу и к этому по отдельности. Он тебе покажет, сколько надо. Уже все отремонтировал. На Z нажимаешь и ремонтирует. Какаша, а вот это темно-зеленый трактор с желтыми ободами, это чей, не помнишь? Ты им играл в основном, катался. Темно-зеленый? Ну да, это на котором я сейчас ездил. А, нет, этот не мой, это чей. Я ездил на черном ксеноне. Тот, когда я зашел, белый как комбайнер. Класс, мы взяли и пришлось зеленый трактор временно взять. Так ты F1, Блэк, нажми. Ну да, F1, можно через на F1 там написано. Окей. Ты знаешь, с одной стороны хотел сказать, думал пошутить, такие сразу, так, я, говорит, это не мой. Кто, говорит, на моем катался? Ай, противный, да? Сейчас еще будем делить трактора, то на чем? Нет. Точно, Саш. С меня ничего не сняли. Так и с меня, говорю, не сняли, он снимают с дракона. У меня как было 19 986 так и осталось. А нас не ремонтируют в кредит. Интересный мод получается. Да, дракош, с такими кредитами ты без штанов останешься. Так с меня денег не снимают вообще. Ну, снимают, ну значит штаны снимают. Больше ничего, значит нечего снимать-то. Да я шучу, конечно. Блэк, с тебя сняли деньги? Я всем по 100 выдавал. Нет? Не-а. Какой хороший мод, а? Все безвозмездно делается. Саня Иросов. Стафьевы. Извиняюсь, если неправильно прочитал. Привет. Спасибо за пожелание. Так, а мне сейчас ради интереса. Из меня, по идее, сейчас должны снять будут деньги, да? Так, 9000. Нормально. С вас денег не снимают, а если я подхожу ремонтировать... Уже 99333. С меня что-то сняли. Да, всех уже сняли. А, ну вот построил. С меня сняли, да. Я балдею, то есть, грубо говоря, как я понимаю, да? Я ремонтирую, снимают с меня деньги, с вас со всех тоже. По 9000. Почти по 10 сняли, да? 98. Ну, осталось, да, 98. Было 100, осталось 98. По 8 тысяч сняли. Тайник 1717. Вервит ЕТЛД Ачена. ДСТРМ. Чё. А, спасибо большое, тайник.
Ну это не делать. Фантастика. Потом Хотя что, Дракош, потом селку заправлю семенами, там удобрением я заправил. Угу. Это надо было сразу заправить. Я просто рядом оставил. Да, я далеко от магазина. 88, там. Привет. Ну видишь, пока там нету, а город, блин. Ну да. Ты я знаю, я помню, я видел где-то. Да. Что-то как-то по-разному вы всех поснимали. Ну, а там тоже вроде. С начальника, да, это точно. Только за одну из со всех остальных тоже поздирали, я смотрю. За что-то. Кстати, вот то же самое, у всех 98-333, это все правильно? Да, да. Странно. То есть каждого получается по сколько сняли? По... Сходило. Ну не суть, короче. По... Чуть меньше двух тонн. Ну да, 2700. Хотя вот... Ну, там что у них оставалось, да, не бросили. Тракторы, я вот этот трактор сейчас ремонтировал за 30 тысяч вообще. Ну с меня не сняли вообще ни копейки. Ну вот как был с забором. Сколько ж сюда влезает уже вся телега? Ну там туда влазит много. Ну наверное не так, потому что... Дайте пилу, я шлагбауны эти спилю, надоели уже. Дракошка то же самое, наверное, подумал. Жидкие удобрения, как и сухие удобрения, там же, где и производство семян. Если въезжаешь в эту... Это если ты имеешь в виду про Саксонию. Вот как въезжаешь, да? Останавливаешься после шлагбаума, никуда не поворачивайся, справа от тебя будет производство семян, туда нужно зерно и сухие удобрения. Слева у тебя будет производство сухих удобрений, туда нужно твердый навоз и жидкий навоз. А перед тобой будет производство жидких удобрений, туда нужны сухие удобрения и вода. Ну, на это... На участке потом. Кузьмич, да. Кузьмич, еще раз тебе привет. Ну что? Чего ты говоришь? Ну, наверное, да. Чего ты, наверное? Я говорю... Там Кузьмич, он, наверное, по телефону разговаривает. А. Ну да, да. А, ну хоть подтвердил, и то хорошо. Да, отдыхаю, ладно. Ну да. Very big. Он от нас отдыхает, да-да-да. Сейчас такой, да-да-да. Ну, наверное, да. А, ну ладно, да. Ладно, ладно. Давай, я сейчас сигару возьму, говорит, и дальше буду отдыхать. Чё ты будешь с ним разговаривать, он тебя не спрашивал. Зачем? Понеслась. Извиняюсь, мне тут звонили. Кузьмич, ты понимаешь, ты просто... Вот честно тебе скажу, прямо в тему все говорил, отвечал. Стрим пересмотришь. А что там было? Да ничего, говорит, я так это тебе привет передаю, да? Ты говоришь, ну да, я так не понял.
Потом мне пишут, короче говоря, что он по телефону разговаривает. Ну да, 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 я так, понятно. Ну, ты потом по телефону говоришь, ну, я, говорит, отдыхаю. Мы такие, от нас, что ли, отдыхает, типа? Я говорю, еще только сигару взять, и так, ну да, я отдыхаю, покурил так спокойно. Нет, ну не обижайся, это шутка, конечно, была. Да, ну я че, нормально. Саша, а что обижаться-то? Рожков, спасибо за... Саша Рожков, спасибо за лайк. Да, не за что, привет. Всем привет зрителям Александра. Спасибо большое. Руслан Евченко, добрый день. Весело у вас. Да, Руслан, у нас весело. Нас тут, да, просто так не бывает. Антон Вис, хай. И тебе привет. Всем-всем привет. Кто там смотрит, кто нас... На всех стримах, у кого идет, всем привет еще раз. А только меня не смотрит никто. Так, перейдите, гости, уважаемые, к да. Вам, посмотрите. Покажите, у нас три окна, ну как три окна, ну да, три окна с три стрима. От Ивана и от Александра. Ну, конечно, от дракона. Уличку напишу потом. Ага. Мне вот этот тот мод, который мы поставили, Эксенс. И с топливом. А нет, с топливом который. Меня он прикалывает. Реал, который ты говорил. Да. Начинаешь запускать технику, у него черный дым идет. Сразу. Прикольно. Так, а, это. Дракош, высыпал я прицеп, туда еще на прицепов. 2 точно влезет, там всего 14%. Ну, без проблем. Старайся только, чтобы в прицепе ничего не осталось, потому что я не знаю, куда дальше девать эту... Я вот уже понял. Ну, сейчас чуть побольше половины осыплю. Ага. Антон Лис, у вас прикольная игра, хотя бы у вас годная трансляция. Антон Лис, спасибо, спасибо. Если что, игра называется Farming Simulator 17. Кузьмич, и... Советую попробовать. Кузьмич, еще да, раз... Да. Тебе такой будет вопрос. Точнее, не вопрос, а просто... Ты в следующий раз немножко по-другому скажи. Ладно? Как? А то, говорит, я высыпал прицеп. Засыпал прицеп. Нет, я имел в виду в том смысле, что ты груз как бы из прицепа высыпал. Потому что, в принципе, мне представилось почему-то сразу, что ты прицепы высыпал туда. Как-то почему-то. Нет, ну это не в обиду, я просто так вот образно. Да. Ну, у нас же русский язык-то большой и толстый, можем как угодно говорить. Ну да. И как угодно чередовать. Руслан Левченко. Главное живенько. Да, Руслан, главное живенько. Да, хорошо, если я попробую сейчас вот эту трансляцию тоже запустить, уже нету смысла, правильно же заканчивается. Смотри-ка, под трубой проехал. Ты сквозь нее пролетел. Ну, опять волшебник. Фишинг планета эту обновили игру. Какую? Фишинг планет. Пробал. Вот сейчас мне оповещание пришло, обновили что-то опять. Да евро тракт сегодня тоже обновился, там что-то. С Италии что-то там, какие-то структуры, что-то дома какие-то добавились, что-то. ДЛС-ка что ли? Да не ДЛС-ка, в самой игре в Италии, она же вроде как есть бесплатная в Италии. Не знаю, ничего не было сегодня. Не знаю, может и раньше было или позже. Здорово, ребята, хорошего стрима, я бы хотел узнать, а что карту Саксонию обновили версия 3.1, да или нет? У нас время разное. Ну, может быть, да. Дракош. Руслан Посейдонов 160, значит, он всем придает привет и хорошего стрима. Я бы хотел узнать, а что карту Саксонии обновили до версии 3.1, да или нет? Да, обновили ее. Там пару объектов, что ли, добавилось и все. И убрали этот... Я слышал? Рыбу убрали, поэтому сохранка... от версии 3.0 не переходит
версию 3.1. Там надо конкретно начинать игру заново. То есть переделать не получится. Восстановить. Так. Этот Nightbot мне на базе. Саня. Ай. Нет, я просто тут у меня в чате. Саня и Ира. Ник. На базе красной бочки туда залить можно только бочкой Кота Универсал. Топливной. Другие бочки туда не выливают. Либо по дефолтными бочками туда переливать. По-другому никак. Поэтому это не косяк. Это, скажем так, специфика вот этой заправки. Потому что я видел эту заправку еще двух картах, вот смотрел стримы, и там точно такая же ситуация. Только Кота Универсал, либо специально созданный именно под эту заправку бочки. Так, Дракош, слушай, значит, сейчас тут муки 150 тонн, всего, значит, 15%. Значит, сюда муки можно еще сыпать и сыпать. Ну да. Ну тогда вожу всю муку, да, получается? Ну, все, что там есть, всю вози. Все хорошо. А потом тогда на комольный рож заберешь с базы, увезешь туда, и полба там, что ли, у нас еще есть. Грубо говоря, все второстепенное сырье, не основное. Ну, рож, полба, тритикали или нет? Да, это все туда. Пускай перемалывают муку. А в какой там триггер высыпать? Где засыпаешь муку или... Да, где высыпаешь муку. А рядом с забором, там это продажная. Все, понял. Все. Окей. Обе. Я отойду ненадолго. Ага. Мне кажется, у тебя пятница будет цацаться, не еще. А вот по этому поводу тут, конечно, есть один небольшой вопрос, нюансик. Если в четверг обнова на поезда выйдет, то будет, да, в пятницу. А если не выйдет, то, скорее всего, я перенесу ее как раз на четверг. Думаю, в пятницу, по идее, должны будут они эту обнову втолкать по пассажирским поездам. Блэк, ну а ты там с этой игрой разобрался? А вы про какую игру? А, про Трайента? Да, я ему подарок подарил. А там как графика, кстати? Я так видосики посмотрел, что-то мне как... Тут там настроить можно графику вообще, или... Да? На нее скидка вот недавно была, она стоила 62 рубля. Сейчас она, конечно, уже дороже, 200 с чем. На паровозе, это на грузовом я еще не доехал. Просто вот 14 числа выйдет обнова ДЛС-ка. Пассажирские поезда там будут. Причем там можно в пассажирские вагоны заходить. Почему? Ну, я там на базе. Топлива там нету, пусто, ты ничего не заправишь. Туда надо сначала завести топливо, а потом уже только заправить. Хорошо, Блэк, посмотрим. Поэтому тут... Там такая хитрая заправка. Змейч, я когда домой на машине ехал, я там еще живой лес увидел. Чего живули? Живой лес увидел. Прибегал удар. Я много когда видел. Ну вот это по поводу, не знаю, Руслан, не буду говорить. Ну, мы сюда вот здесь вот играем, мы Кота Универсал. Я привозим туда топливо, он совершенно великолепно выгружает. Без каких-либо проблем. Я с ДЭС. Ага. Мы тебя очень рады слышать. Это хорошо.
А то. Ох, ёжики бегают. Вот я и говорили. У нас крокодилы. Зубастые, заразы, и пищат, как мыши. Так, по-моему, пора кому-то перестать пить. Это что, дети птеродактили, что ли? Да. Пора, наверное, Кузьмич меня выкидывал, да? Александр, что ты хотел сказать? Что-то? Я уже сказал. Я говорю, кому-то надо уже перестать пить. Или грибы глючные кушать. Так вроде кушать. Никто не выпивал. Но все-таки мерещится же. Я разговор поддержать. Да, понятно. Но я же тоже поддерживаю разговор. Ёж. А я последний раз, кстати, ёжика держал, по-моему, где-то даже не держал. У нас в саду в живом уголке жил ёжик. И нам воспиталка вытаскивала и давала его погладить. Мне нравилось, как он голову когда прячет, такое ощущение, как будто насупился. Становится. Ага. Насупившись. Ну да, он такой прям. У нас также там жил один хомячок. По-моему, его звали Вася, если не ошибаюсь. Вот зараза дикая тварь была. Кусался. Это что-то. Как, еще один пак? Какой, Рёс? Я просто вот кот универсалом туда возил, другие бочки, и на других стримах я смотрел, что ни у кого что-то там бочки, которые были у них в наличии, ни одна из них туда не загружала топливо. А, вспомнил. На свапе агро вот такая же, это... Ну да, стоит там, да. Топливная фигня стоит. Только вот они там... коты туда не получается. Только пак вот этих газонов, этих штук. Я не знаю, там какой-то они там родной пак из пака взяли бочку и заливали. То есть... Вот это вот желтая топливная, да? Она, ну? она не заливает туда? По-моему, нет, я пробовал коты. Ну, могу еще раз попробовать. Конечно. Зеленые они не заливают, они даже здесь. А нет, вот именно топливная, желтая. Написано, что это есть. Ну, под бензин. Ну, что-то они это. Нет, зеленые они там хоть и заливают туда. Ой, можно залить туда в бочку. Но она вот в эту заправку она не выльет. Ну она да, не выливает. Не выливает, да, вот я тебе про что я говорю. А желтая, там есть специальная желтая бочка под топливо. Ну, вот она вот выливает. Вот у меня топливо немерено на свап. На базу привез 4800, и так у меня не... Проще на заправке, на любой заправке, там не так уж и дорого. Ну, попробуй, потому что вот здесь вот точно такая же ситуация. И выгрузить не позволяет, то есть оно там не появляется, ни черта. И на землю его не слить, то есть бочка будет. Ну да, там с зеленой бочки никак не сольешь. Почему-то не прописано, наверное. А вот желтая, вот все нормально. Ну желтая можно. Если что, желтую вот купишь, вот эту вот, конкретно топливную. Угу. На зеленую сделай апгрейд, поставь трубу для переправки, перезаправки из бочки в бочку. И просто перекачай обратно в желтую, да и все. А, понял. Сделать ее это. Как ее? Модифицировать, да, бочку? Ну да, там у них есть модификация, там труба, по-моему, там. При есть покупке или потом можно отвезти на это. Да, потом просто проехал модификации, нажал, установил. Все, понял, ага. Все, запомнил. Главное, чтобы потом не вылетело. Ролл. А я. Эриус, я вот не пробовал Road Train паком. Топливо возить вот в эту красную заправку. Поэтому врать не буду, заправляет она или нет. И на стримах как бы я тоже не видел, чтобы люди заправляли ей. Поэтому не могу сказать, работает она там или нет. Хотя у нас здесь есть этот роут.
Ради эксперимента можно, по идее, попробовать. Потом будет как-нибудь. Лёша Балашов, еще раз привет. Да нет, уже два раза сохранялись. Сейчас скоро еще нам будет сохраниться. Да кто-то там сигналит, а? Лайк, наверное. А это не у кого-то там микрофон жужжит? Так вот, я говорю, у Ванька, наверное. Чё он? Потому что у меня тоже звук есть. Ну, если она вот... Ну, я говорю, надо будет проэкспериментировать. А вот, видишь, Руслан пишет тоже, не заправляет трайн. Так что код-то незаменимо в данном случае. Ну, если нет какого-нибудь там специально разработанного пака. Ну, вот я знаю, что на свапе Агри там у них есть специальная вочка, которую они... Да, точно такая же. Сделана. Только, по-моему, там тут 5 бочек, а там, по-моему, 4. Сколько вообще карта Swap Agro стоит с техникой и с будущим обновлением? 600, да? За 200 ты сейчас уже ее не купишь, только 600. Потому что они писали до какого-то августа числа, она продавалась еще за 200, уже без, только без обновлений. Если доплатишь там до какого-то числа, то будет, ну, чтоб 400, тогда будет обновление идти. А сейчас уже все за 200 ее не... Ну, вообще-то, не знаю, у них там в группе можно, наверное, узнать. На этом посмотрел, там, естественно, на Kiwi кошелек потом можно туда скинуть оплату 600 рублей. Какая разница, может, по-моему. Ну, там, зайди к ним в группу, у тебя же есть открытую группу. Да, я, кажется, к ним вступил, а там посмотрел. Ну, и все, там посмотри, там тебе сами напишешь в личку кому-нибудь, если кто там владелец этой группы, они тебе скажут. Ну, лучше брать, конечно, с обновлением. А про это тебе говорю, с обновлением и с техникой. Да как, техника, она сам в комплекте с картой, с любой идет. Так, Сергей Соломин, привет. Конкретная игра? Да. Она покупная. Сегодня последний день, она стоит 800 рублей. Дальше она опять вернется к своей стандартной цене. А если по поводу карты, то карта бесплатная. А то. Молоко. Ну, молоко-то я знаю, что она возит. Она и топливо тоже возит, но то, что она в эту заправку не выгружает, это, видишь, уже проверили. Я полнёхонек. Да я уже, видишь, подбежал. Ничего не понял. Игра свернулась, и Discord вылез. Да это бывает такое. В Евротреке то же самое бывает. Иногда игра свернется. Где я? Че? А, все. Один раз было. Черный экран и все. Куда я там потом смотрю, у меня машина в заборе. Ну это тоже неплохо. Думаю, ёкарный ты бабай. Ну, Сергей, если хочешь купить, она сейчас стоит 800 рублей. 849 рублей. Ну да, 850. Говорят, что сегодня последний день скидок. Да. Ну, 11 числа, все, последний сегодня, да. По-моему, до 20.00. Дальше будет уже цена стандартная. Левочку, и дверь откроется. Меня Миникаев. Привет. Миникаев, здравствуй, привет. Добро пожаловать на канал. Макош, если у тебя в пятницу будет Саксония, тогда я тоже сайт трансляцию запущу.
Максим, хоть три. Так, моргалки отключить. Ну да. Хоть три трансляции, только моргалки не забыть надо выключить. Я говорю, ну все в тему говорим. Да что ж такое-то? Че, ответ на все вопросы. Угу. Ага. Ага. Беги. Не ясно, не кает. Да-да. Вам нравится эта карта? Нравится карта. Нет, как у нас, у меня на работе, зовут его Алексей, он отвечает вообще по-другому. То бишь, ответ у него такой. Ну, начинаешь с ним разговаривать, он за место там, да, ага, он... То есть, довольно-таки великолепно получается. Да? Но. Макс, все, прекращай культяпить, начинай сеять. Там уже было, кто-то уже доделает, то есть... Ай, кого-то подобью. Куды? Че, испугался? Макс? Не. Ну да, сам куда вывернул. Называется водительская привычка. Это... Блэк... Ой, Блэк... Дракош. Что-то какая-то ерунда. Чего? По... Ты мне скажи, как... Мультиверлею показывает. Рош, еще осталось 75%. Ой, 75 тонн. Ну или кубов. И засыпал я сейчас прицеп. 54... Почти 55 кубов. И дальше не сыпет, все. А на складе написано, что Рош еще есть 75 кубов. Ну видишь, мультиверлей же, он не сразу... Он еще он проходит сразу... какой-то промежуток времени. Да ну, вроде нормально он, по идее, без задержек таких работает. Но что-то почему-то написано остается еще, Ров. Сейчас глянем. На складе нету. Сейчас я на 2 минуты... Ой, господи, даже раздеваю. На 2 минуты отойду сейчас буквально. Ага. Нет, Рош все ноль. Так, а у меня написано вот в этом мультиверлее. А ты в нормальный прайс зайди, там написано все. Деспрайс я понимаю, а мультиверлей... Мультиверлей... Мультиверлей, ячмель... Нет, у меня тоже Рош 0. А у меня 75 показывает кубов. Не знаю, мне так. Ну ладно. Ну а где фермер 17-17? Скачал моды и нету. А я видел, что он, у меня он появлялся, он говорит, American Truck. Начинал играть. Заходил в игру, по крайней мере. Ну его сейчас в Discord нет. Он ну, вышел, значит... наверное. Он же когда-то он с нами был, он сказал, что он только с работы пришел. Может, зашел там. Он в Discord. А почему он, не знаю, не стал? Ну ладно. Так, что? Что мне надо? Ну, поле, да, большое. А что тут менять? А 8 человек, это по понедельникам всегда так. Ну, онлайна очень мало. Понедельник день тяжелый. У всех. Поэтому я знаю прекрасно, что в понедельник народу будет немного. Вот сейчас Рош показывает у меня. Еще больше, 129.
равно. Говорю, у меня вот в оверлы, и в этом у меня по нулям. Показывают. Ну потом пол будет, третикали просто, да? Ну да, вот это все второстепенные все, можешь все это... Ну я вез. Ну да. Все, понял. Потому что я пытался вот этими второстепенными затаривать семена, не выгружает он их туда. Да, поэтому ну, их, только, про... их только на продажу и на муку. Ну да. Ну, на семена он берет, наверное, пшеницу, ячмень, наверное, и все. Ну да, туда идет только пшеница и ячмень. Это просто надо прописывать. Тем более пшеница и ячмень, она нужна нам для... на корм для свиней. Ну да, да, да. И опять же, и свиньям их кормить, то есть поэтому как бы я их на муку их и не отправляю. Ну это понятно, да. И что это ты делаешь? Подрезал тебя. Что я делаю? А там мука точно так же, да? Медленно-медленно сыпется. Ну, средняя скорость. Средняя? А то на семи... прям форсаживает. Да я что ты, я дрифт сдавал. А то на семенах там, это ж вообще... 5 кубов там высыпается, можно сходить подышать свежим воздухом, угу. Прийти, он все будет сыпаться. Так ты знаешь, что на Swap Agro там тоже немножко задержка триггеров. Там тоже очень долго. Ну не то, что очень, ну по нормальному времени. Саня, я полный. Можешь, а Саня ушел, сказал на пару минут. Да? Угу. Может, что случилось? Ладно, будем его искать. Он сидит в тракторе, мне же не... Пойду его искать, выгружаться. Где-то я его видел посреди поля. Где я его видел? О, вижу. Сейчас отдать дом на пару минут. Угу. Ты там заполнился? Да. Так, а где ты там стоишь? Сзади, что ли? Так я к тебе еду. А, блин, зачем? А, вон, вижу, сейчас... Мне сказали просто, что ты отошел, но думаю... Так, сейчас еду. Так что стой на месте. Стою, стреляю. Ага. Так, я ушел, меня не надо стрелять. Подстреливать-то. Да, тут надо, видишь, тогда получается уворачиваться, во, как сказать. Все, у моего комбайнера спину сломало. Пойду-ка и подышу свежим воздухом. Так, ну открой, не надо никуда ходить. Кстати, у всех водителей спину ломает. Или только у меня, у моего спину переломало. Не знаю, у нас вроде ничего. Ну-ка дай-ка заценю. Да чтоб тебя разорвало, ну. Ну да, как-то ты это... Как-то это... Подожди, вот сейчас вот я еще покатаюсь, и он может вообще из кабины у него тело вылезти. Ноги будут за рулем, а тело будет за пределами кабины сидеть. Слушай, ты куда мне повез, да? Кстати, ага, время. Так, давайте где-нибудь соберемся на полянке. О, куда я поехал-то?
Вот как раз здесь мы сейчас соберемся. Вот только собрался в это. Я... Что-то какой неожиданный. Фото, фото, сфоткаю. Зафоткаю. Сейчас ты меня... Ай! На каком поле? На третьем. Так. О. Я спрыгнул, теперь меня не сломает. Сейчас я обратно залезу, когда буду ровно. Я аж пока смотрел, где это третье поле врезался. Да ты... Я ее в кипкалке. Во, встал, наконец-то. Остановился. О, а хорошо смотрится. Трактор. Куда побежал опять? Во. Так, на это... Подожди, я... сейчас я подъеду. Да-да-да, я стою. Я на изготовке. Буду на вас фотоохоту начинать. А потом будешь еще полдня бегать, чтобы фотографию вернуть. Да-да-да. Я тут что вообще? А где вы? Я сейчас еду. Я лечу. У меня сейчас дрифт будет. Во. Сейчас я задрифтю. Эй, куда я побежал? Все здесь, и трактор, и комбайн, и грузовик, все в одном кадре. Ближе к трактору переместись, а тут ты в самом краю стоишь. У меня в кадре. Ладно. На этом я буду заканчивать свой стрим. Ребята, его... Александр Кладков и Иван Петров еще стримят, так что можно смотреть... С их ракурса уже будет. Спасибо всем, кто смотрел. Спасибо за лайки. Спасибо за дизлайки. Если они есть. Если они есть, да. Кузьмич, ты к Александру и Блэку подойди. Все это не помещаете. Ракурса. Иван куда-то пропал. А вот где это. Спасибо модераторам за модерацию чата. Так, о, хорошо, отлично. Сфоткал. Кому надо еще? Если надо. Фоткать. Со мной играл Black Angel Сергей, Кузьмич Юрий. Да-да, всем пока. Иван Петров Иван, Александр. Всем пока. Спасибо им за помощь в проведении стрима. Следующий стрим будет в четверг. Почему и по кому, пока не знаю. Там видно будет. Следите за новостями. На этом все. Всем спасибо. Всем пока. Пока. Че? Блэк, от тебя падаешь, надо держаться. А то ты там... Вылазь, говорю, с мана. А то это как его... Включаешь этот, как его, бензопилу, ты же еще порежешь кого-нибудь. Да-да, еще один. Кузьмич, я ушел. А то я тут сейчас всех это, перережу. Я попробую колесо порезать, получу. Вот за тобой бежит. В догонялки играют, да? Вань, вылазь, я мне поехал, я давай вылазь. Чего это? Вылазь, я говорю, я поехал. Я спрятался, все. Ты в домике? Да. Сейчас кабину отпилит. Я тогда другой ман забираю, все. Ничего не знаю. Ванька залез в мой ман. Твой был. Твой вот он. А, ну давай меня. Так я тебе говорю. Начинается. Это, говорит, мое, а это твое. Так, куда ты полез? Ну куда ты полез? Ты куда по вспаханному поехал? Главное, не посаженному.
Воу-воу-воу-воу. Так, сейчас я приду. Угу. Ой. Все, штраф платить будет. Я Блэку нос помял. Алёша Балашов, всем привет. Так, ребят, я сейчас быстренько подышу свежим воздухом и перехожу в тихий режим. Ага, хорошо. Ну, без голоса. Слышать будет, а говорить нет. О, Евротарак сделал обновление какого-то там чего-то. Не успел прочитать. Слышишь, Вань, что говорю? Чё? Опять что-то сейчас было в Стиме. Обновление Евротарак что-то там. Ну, сейчас гляну. Мне просто оповещание пришло. Может, с группы? Вот я в группе там в этой... Состою в этой... В Евротрак. Вот они написали, что Евротрак там что-то это. Так, я где мы? Ну, я говорю, я в группе... Я в группе состою. Евротрак, вот это все. Они там написали что-то. Mm-hmm. Вот. Возьмите у вас, я тут. А? Я тут. Да я слышу, что ты тут. Ты видишь, обновилась. Картинка на Евротрак изменилась. И на Fishing Planet картинка изменилась. Я вышел. Какие-то изменения там, да, проходят. Фернбус-симулятор столько много весит. Не знаю. 45 гигов. Да это какой-то бред, наверное. Еще 6 гигов оперативы. Так, ладно, я последнюю машину отвожу, мой ман и на выход. Еще в танки маленько поиграю. Ну, гляди, смотри. Сложно. Работа. Ну, понятно. Папа опять едет. Ну не. Ох ты ж, ну ничего себе. Кончик. Кузьмич, ты что там ломаешь? Шлагбаум понаставили, что-то поздно открывает. Я не виноват. Морду аж забрал. Я раз подлетал, вообще на дыбу встал. Дмитрий Калямин. Привет, бригада.
Хорошо, Дракош. Так, мука все, кончилась. Муки больше нету. Так. Леша Балашов говорит всем привет. Дмитрий Калямин, привет бригаде. Привет, привет всем еще раз. Дмитрий, я тебе там заходил, смотрел там. Ну, видео ничего, но как-то танки-то не мое, поэтому как-то так. Если честно, ты уж извини, конечно, Дмитрий. Ну, контент более-менее нормальный. А прицепа к этой ману нету еще дополнительного купленного? Вот ленивый. Возьмись, ты что такой ленивый? Ты я не ленивый, просто побыстрее перевозить и все. Блин, мне тоже неохота, а что делать? Да перевозить быстрее получилось бы. Ну давай, я подъеду. Да не, я сейчас вон с базы буду на муку все высыпать возьму. Я уже не помню, сколько телег от нас сбил-то нафиг. Ну а чё поделать? Может уже хватит туда возить? А чё ты, муку возишь? Ой, муку, солому? Я тебе, да, солому возил. Так,
ты еще не это, не набрал что-то? Нет, туда вожу и че. Ну это на компост. Да. Во. Ну че ж там такие много. Туда тоже дофига надо, слушай. Ну, наверное, да. Можешь тебе помочь? Да и не знаю. Где ты есть там? Да вот на базу езжай. Чё там грузишь-то? Муку? По лбу. И на мукомольный завод нужно. Вот это все остальное. Там Тритикали, Просо. Все туда надо. На мукомольный завод. Дракош, трубу выстави, пожалуйста. Чё, как она там называется? Полба или Тритикали. Без разницы. Ну, полбу досыпай, там я как раз и осталось чуть-чуть. Чё ты копил? Даже высыпаю, куда я высыпаю. Ну да. Thank you.
А, видишь, прогрузилась карта, и все, и подвисок почти нету. Получается, надо с утра заходить на карту, играть, а стрим как раз начинать. И она не будет на стриме, она глючить. Ну да. Ну тогда получается, ты говоришь, с утра стрим, но тогда ты вообще не поешь ничего, это до самого вечера. Нет, я имею в виду, чтобы карта не лагала на базе вообще, вот она, чтобы рывками не была. Надо с утра на нее играть, а в стрим уже потом позже запускать. Игровой канал Ворусплей. Чтобы карта прогрузилась. Я вот что имею в виду. Ага. Игровой канал Wordplay, добро пожаловать на канал и привет. Игровой канал Wordplay. А ты на пиратке или лицензии игорешь? Я вообще-то играю на лицензии, само собой. Игровой канал World Play. Окей, СПС. Да не за что. Спасибо за подписку. Игровой канал. А Акила промахнулся. Ага. Ну это с манами ничего страшного, это бывает. Макс, пока-пока. Я надеюсь, не обидел Максима. Я не знаю. Тем, что ляпнул кое-что. Ты же ему на хай не наступил. Привет, Саня. Удачного стримчика и пышнейшего урожайчика. Лайчик у дракоши. Окей, спасибо большое, Блэк. Как ты умудряешься работать, еще и писать? Так он на GPS ездит. Он на двух компьютерах сидит, на одном играет, на втором пишет. Звездец. Видишь, немного шлагбаум с задержкой. Не, просто у него 4 буки. А, ну да, согласен. Ну и второй монитор, я и говорю, он там. Я тоже так кричу. Партизанит, блин, ага, говорит, что. Ага. У меня есть там какой-то ящик, да, пацаны. Ой. Дракош, сейчас я вот этот вот усыпаю, тоже пойду матери помочь тут немного. Да, я ж тоже хотел выйти.
кто-то со своей мукой. Алёша Балашов. Блэк Энджел, да, привет, тебя не как трогал. Дело? Блэк, там тебя спросил Алёша Балашов. Я на сегодня еще пойду на свою карту, которая... Блэк и дракон были там вроде чего, вроде как понравилось, сказали, но не знаю. А что за карта? Да русский фермер, господи. А-а-а. Как на свою ты имеешь в виду? Ну на свою то, что я хочу, вот я на ней играю просто. А-а-а. Вот а в думал... этом смысле. Не, ты что? Конечно, это не моя карта. Ее ж кто-то создал. Я тот раз что-то слышал, ты вроде карту делаешь или что-то. Не, я этим не занимаюсь. Black Angel. Алёша Балашов. Привет, Попович. Норм, сам или как? Показалось. Не, ты чё? У меня мозгов не хватит, чтобы делать. Ты куда там в тюрьму лезешь? Всё, царапал мне тут краску. Вот ты зараза. И чё ты там, дракош, нашёл такого интересного? Алёша Балашов. Я тоже сегодня, целый день с 9 утра до 17 часов 45 минут дрова рубил. Ты вот сейчас домой ты пойду к матери помочь. Блэк, я к тебе ответил бы, но я лучше промолчу. Не злись. Ага. Раскидывает он там смайлики. Тем более язык показывает. Зачем? Алёша Балашов. Black Angel. Всё, отлично, был занят честная домашней компания. Работой. Блин, хотел по-другому, но не получилось. О, да. Все, вот я его как хотел поставить. Вот так вот Black с краю, Angel. Рядом. Алёша Балашов, старайтесь ясно. Бежать. Все. Почти ровно, но ничего страшного, я думаю, не такое. Все, дракош, спасибо тебе за игру. Ребят, всем пока. Ну, давайте, удачи. Тебе тоже спасибо. Кузьмич бежал тоже. Алёша Балашов, нам 2 прицепа дров привезли. Ладно, ребята, я тоже приду. Всем пока. Давай, Никита, да, удачи. Алёша Балашов, Black Angel, привет. Этот, как его... Black Angel тебе, Дмитрий Калемин. Передаёт привет. Дмитрий, ты-то слышал я то, что про канал-то твой этот сказал-то? Или ты уходил просто куда-то?
Дмитрий Калямин. Да, я слышал. Ну, ничего тебе обидного, надеюсь, не сказал? Все нормально? Black Angel. Дмитрий Калямин, привет, Димон. Блин, сколько же мы стримили? Часа три, наверное. Да вы, по-моему, больше. Алёша Балашов. Дмитрий Калямин, привет. Дмитрий Калямин. Воскресенье, я норм, Саш. Критика тоже иногда полезна, есть над чем поработать. Ну там чутка, если у тебя как-то голос немножко, вот то, что ты говоришь, там голос как-то, ну, чуть-чуть неотчётливо. Ну, такие, знаешь, лишние звуки, как бы в этом смысле. То есть, то ли просто как бы получается, надо получше микрофон купить, чтобы четче был звук, именно звук твоего голоса. То есть, оно будет лучше. Ну, если ты, допустим, стримишь через OBS, в принципе, можно там что-то поднастроить и так далее, тоже сделать так, чтобы, ну... чтобы получше качество было звука и так далее. У меня поначалу то же самое было. И звук, простите, говно. И остальное все говно. Пока все в интернете не вычитал, пока туда-сё у людей не поспрашивал. А так то же самое, знаешь, было. Ну, пока, естественно, микрофон не купил нормальный, более-менее. Чтобы покачественнее был звук голоса. Так что поначалу это у всех так. Так что в этом ничего страшного нету. Я думаю, что Дракоша даже подтвердит, что я правильно говорю, что у всех поначалу, сначала через одно место. А потом уже дальше контент получает, что ты улучшаешь, улучшаешь, и потом все кайфово получается. Дмитрий Калямин. Пока на вебке сижу, ищу гарнитуру нормальную, присмотрел один вариант, но смели быстро с магазина сижу, ищу, как где еще можно... Как говорится, не все купить. Сразу. Ну, вообще, в принципе, ты возьми просто, ты в какую цену примерно определяешься, допустим, микрофона. Блэк, спасибо за лайк ВКонтакте. Дмитрий Калямин. 5790. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Чё-то ты-то как-то это... Ого-го. Возьми просто в Алиэкспрессе, набери микрофон, там вот... Я не знаю, Дмитрий, я мог бы тебе ссылку скинуть, но куда? А, подожди, ты, по-моему, ВКонтакте же у меня есть, да? По-моему, есть-то ВКонтакте. Блин, что-то у меня с памятью не есть хорошо. В Алиэкспрессе посмотри. Там есть микрофоны. Вот я, допустим, который у меня микрофон, он стоит около 3000. В принципе, вполне нормальный. Будет кайфово. Дмитрий Калямин. Steam можешь кинуть. Окей. Дракош, останови, и сейчас улетишь.
микрофон за миллион, да? Нет, какой миллион? Наоборот, есть ценник. Вот я за 3000 взял очень хороший, нормальный микрофон со стойкой. А, ну это, да. Ну и качество звука нормальное. Ну, то есть твоего голоса. Проблем нету. Тоже как бы дорогие микрофоны не стоит брать. Это если дорогие микрофоны берешь, когда для студии именно. Когда у тебя студия своя есть. Это да. А когда у тебя студии нет, нафига дорогие микрофоны себе пихать? Или как говорят, ты же не поешь песни, да, на эстраде. И микрофоны дорогие не нужны. Точно говоришь. А так попробуй даже сейчас, вот если ты дома, Дмитрий, набери в Алиэкспресс и посмотри там ценники. Там где-то бывают и скидки. Вот. Хочешь со стойкой, хочешь без стойки, то есть это уже дело твое. Алёша Балашов, а у меня микрофон вместе с наушниками. Ну, каждому свое, Алёша. Кому-то нравится так, кому-то нравится так. То есть это уже дело хозяйское. И говорится, человек должен сам для себя выбрать, что ему именно нужно. И что будет удобней. У меня, допустим, беспроводные наушники, да, и микрофон, стойка, ну, стойка с микрофоном, все. Вполне удобно и очень хорошо. Сейчас я попробую тебе. Ой. Дмитрий Калямин. Я смотрел дешевле варианты, но простой микро мне неудобно в плане установки, места очень мало столей. Я присмотрел себе Plantronic Swift 500, я их хочу купить, это полностью игровая гарнитура. А, ты имеешь в виду с наушниками, которые? Так, сейчас я посмотрю, у меня там чего. Так.
У тебя типа вот такой микрофон, да, я тебе в личку отправил ссылку. Ну, сейчас. Так. А, ты имеешь в виду в этом в личку? Сейчас, секунду. Ну, тебе в личку. Я понял, понял, сейчас, секунду. Так, где у нас Дмитрий? Ни хрена не вижу. А, вот он. Вижу, сейчас отправлю. Сейчас туда, туда. Вот я тебе, Дмитрий, тебе ссылочку скинул на выбор. То есть цены микрофона и так далее. Так. Дальше. Иду. Ну да. Прям в точку попал. Ну, я такой же хочу заказать. Ну да, как раз ценник, у них все скидки идут еще. Да там продавцов-то дополна. Ну да. Ну, в принципе, видишь, и голос нормальный, и это нормально. То есть вполне хватает. Ну да. И даже вот этой вот USB, которая карта идет, да? Угу. То есть ее вполне хватает, именно в USB-щик кинул, и тебя просто ты настроил еще там, ну, чуть-чуть поднастроить надо, в OBS, если тебя будет там тихонечко слышно. Чуть-чуть подстроить и все. Но правда все время будет у тебя, значит, динамики и голос через USB такой-то. То есть везде. Но это нормально, он и сейчас так. А, ну тогда вопросов нет. И ответов тоже. Или как шутливо говорили, молчу, а то по шее получу. Да. Кстати, проекта. Так, я тебе там отправил запрос дружбы. Ага. Дракош, наверное, сейчас скажет, заколебали вы меня там уже. Конечно, трактором не занимается, а только... Чего? Да я это... Скажет, что трактором не занимается. Ну вот я вот про это же сейчас захожу, бегу. Вот как, простите, жопы чувствовал. О, прикольно, тут еще доставка с России есть. Ну да. Быстрее дойдет. Ну, у меня микрофон дошел, я тебе могу даже сказать, я еще даже удивился, за 3 дня. Раз и готово уже. Я в шоке был. У меня и то, вот эта вот защитная, короче, вот эта вот круглая штучка такая идет, да, вот специально защитная. От пыли. Да, да, и то почти. Поп-фильтр называется. Да. Он шел, я тебе могу даже сказать, 2 месяца. Ну это уже с самого Китая. Да. Ну я тоже такую штуку заказывал. Ну да, Суши поехал, да? Хоть предупредил бы.
Так, кто там запипикал? А, понял. Понял. А я только подумал, думаю, дракошка, наверное, материться сейчас не будет. В итоге начал материться фарами и звуками сигналов. Да. И самое интересное, что трехэтажным. Так, слушай, я вообще тут тебя не касался, что ты мне тут материшься? Дракош, я увожу или что? Поехали. Дмитрий Калямин. Я посмотрел, но для стримов такой микро не очень, я в принципе возьму гарнитуру, так как цена меня вполне устраивает, и у них есть сменные динамики для лета и модульная система сборки-разборки, очень удобно. Не, ну это, как говорится, мое дело предложить, и ваше дело отказаться или сказать да. То есть каждому свое, как я и говорил. Я даже потерялся, куда я уехал. Называется заговорился, ё-моё. Ау, люди, куда я уехал? Не, ну это круто, это предложил. А там как тебе будет самому удобно. Мне удобно микрофон и этот. Как его, и... беспроводные наушники, и все это вполне хватает. Так, вообще я что-то не туда уехал. Что такое? Так, куда я вообще упер? О, трамвайчик. Поеду догонять. О, мне на таком бы работать трамвай, был вообще кайфово. Интересно, сход ему сделать, не сделать? Блин, грёбаный самолет. Так, я... это что было? Понятно, что это посадка от трамвая. Дмитрий Калямин. Спасибо, Саш, за совет. На здоровье. Как говорится... надо так помочь там чем-нибудь советом, если я знаю, я тебе помогу, а если не знаю, я так и сразу в лоб и скажу, что я сам даже не знаю. Дракоша меня обогнал. Так, трактор чего это? Или чего?
Energy Trance. Дмитрий Калямин. А по второй карте отдельный стрим будет или за кадром поиграете? Ну, навряд ли, я думаю, что дракошка с Блэком зайдут. Это я уже один буду. Если, конечно, не захотят. У тебя-то дольше было, чем у Блэка-то ровно 3 часа. То есть не у Блэка, а у дракона. Извиняюсь, то, что перепутал. Дракоша, откуда этот прицеп вообще? С того ангара, что ли? Понял. Сейчас я трактор заправлю. А почему под звездочкой? Блэк. Мое не отдам, что ли? Пойду сейчас тоже кушать. Надо, чтобы дочка поела тоже. Она уже кушать хотим. Эй, Сюши, что ты отцепился, да? Так, надо прицеплять обратно.
Ладно, я убежал. Давай, удачи тебе. Прикольно, кстати, дракош. С меня как раз за бензин снимают. Да? Прикольно. Это как? А, нет, вот это да. Ну, самое главное, хоть это, штаны и футболки все не снимают, то хорошо. Хоть одно радует. Ну сейчас, подожди ты. Дмитрий Колянин, блэк аванс вперед за мойку. Ну да, точно. Дмитрий Колевин написал, говорит, это аванс, Black аванс вперед за мойку. Black Angel, ага. Готово? Можете проезжать. На здоровье. Так, ну ладно, тогда я заканчиваю стрим, и не знаю, попозже, может быть, начну по карте «Русский фермер». А там, кто захочет, тот заглянет на карту.
Там все равно у меня еще пока растет, так что. Это еще долгая история будет. Буду издеваться над самим собой. Вот. Black Angel. Пока и удачи, Саш. Спасибо большое. Вам всем тоже спасибо, кто подписался. Спасибо за лайки. Спасибо за дизлайки. Спасибо Black Angel, Дракону Тису, Ивану и Дмитрию Калямину. И те, кто кушает, приятного аппетита. И спокойной ночи. Black Angel. Пока и удачи всему чату. СПС за просмотр всем. Спасибо большое за хорошие и лестные ответы. Black Angel. ПЖЛ, Саш.